Многие сторонники путинской агрессии против Украины часто спрашивают, если Россия напала на Украину, почему тогда киевские власти не объявят войну РФ? Так уж сложилось, что Кремль ведет против украинского народа войну нового типа. Она основана на так называемой доктрине Герасимова, о которой мы уже рассказывали ранее. К тому же данный тип военной агрессии не предполагает непосредственного объявления войны, поскольку в противном случае российская власть нарушит 15-ю статью Конституции РФ и нарушит целый ряд международных соглашений. Украина также не имеет возможности объявлять войну России. В современном мире это может повлечь за собой катастрофические последствия. Уже не с тысячами, а с миллионами жертв. Кроме этого, Украина не только де-факто, но и де-юре превратится в страну-агрессора, тем самым лишив себя международной поддержки. Надеемся, это понятно? Но никто и ничто не запрещает украинцам создавать новую военную доктрину, в которой Россия из партнера переквалифицируется в военного противника. Утверждена новая военная доктрина, в которой Россия впрямую названа военным противником Украины. Объявлено о предстоящей перегруппировке сил на востоке и юге. Тут же подтверждается отказ страны от внеблокового статуса. Для вступления в силу документ должен быть подписан президентом Порошенко. Открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны, Петр Порошенко отметил, что доктрина ставит задачи по передислокации воинских частей и соединений и созданию надлежащей военной инфраструктуры в восточных и южных областях Украины. Все актуальные угрозы и военные вызовы, к сожалению, связаны с Россией, и все они носят длительный характер. Сознательное или бессознательное неприятие независимости Украины, настолько глубоко укоренившееся в менталитете российской политической элиты, оно никуда не денется в исторической перспективе. Ложная военная доктрина, которая была построена на ожидании нападения с Запада, которая нам досталась от Советского Союза, за 24 года не была перестроена. В связи с этим украинская армия к 2020 году должна достичь стандартов НАТО. Совет национальной безопасности и обороны одобрил проект новой редакции военной доктрины. Документ подтверждает отказ от политики внеблоковости и восстановления стратегического курса на евроатлантическую интеграцию. Определяет признаки возникновения вооруженного конфликта внутри Украины, в том числе инспирированного иностранными государствами. Также доктрина подчеркивает необходимость совершенствования системы мобилизационной подготовки и мобилизации, а также существенного увеличения профессиональной составляющей в вооруженных силах Украины и других военных формированиях. Граждане РФ должны поблагодарить своего президента и окружающую его элиту с задачей нажить себе врага в лице украинского народа. Они справились. Теперь из всех славянских народов в союзниках у России остались лишь жители Беларуси. Да и то явно ненадолго, если даже президент этой страны скептически относится к маразматическим идеям кремлевских фантазеров. Иншая проблема, что вельми шмат у нас людей, як бы там нам не хотелось отворотного, какие вот за русский мир, там мы там с Россией. Неправда. Неправда. Это неправда. Вы опять это придумали. Вы, наверное, слышали и мою реакцию. Я несколько раз даже в парламенте, по-моему, в парламенте публично спросил посла. Объясните мне, пожалуйста, что значит собирание русских земель, а? Б, что такое русский мир? Объясните, чтобы я понимал, за какой мы мир боремся. До сих пор никто не объяснил, но заметьте, сейчас почти исчез этот термин и тезис из средств массовой информации, в том числе России. Я полагаю, что там услышали мой этот критический вопрос и сняли это с повестки дня. Глупость какую-то после выборов кто-то идеологам российским государственным подбросил, и они начали распевать эту песню. И это насторожило наш народ. Это не только была моя реакция на это.
Это насторожило наших людей. И неправда, что тут вот, вот мы за русский мир. Я не понимаю, что такое русский мир. Вы тем более, а наш народ вообще не понимает, какой русский мир. Тогда можно сказать о белорусском, украинском каком-то мире, да? Это что, противостояние миров какое-то? Поэтому вот это надуманное, если не сказать больше, глупая какая-то подстава, тезис какой-то, я не думаю, что он у белорусов нашел какую-то поддержку.